Каждое утро Улан-Удэ переживает своеобразный день сурка. Многокилометровые пробки имеют место быть в каждом районе города. Решить эту проблему быстро на данный момент не считается возможным. Новые мосты и развязки, которые разгрузят Улан-Удэ, появятся еще не скоро. Причиной заторов не всегда являются аварии. Дорожные сети просто-напросто не справляются с таким потоком автомобилей. Порой масло в огонь добавляет еще и отсутствие солидарности у водителей. Кто-то торопится, а кто-то подрезает. Таким образом, день за днем складывается в отдельную маленькую жизнь в пробке. На сегодняшний день в городе Улан-Удэ протяженность дорог составляет 529 километров. Транспортных средств, зарегистрированных в госавтоинспекции Республики Бурятия, составляет 145 827 единиц. Также одной из причин затруднений на дорогах являются мелкие ДТП, то есть ДТП с механическими повреждениями. 145 тысяч автомобилей. Если все эти машины поставить в ряд, то получится цепь длиной почти в 300 тысяч километров. Отмечу, что с октября вступит в силу новый закон, который позволит упростить порядок оформления при мелких авариях. Если при обстоятельствах ДТП у водителей не возникнет разногласий, то они смогут снять все на камеру, освободить дорогу и заполнить бумаги уже на посту ДПС. Новый порядок не будет распространяться на аварии с пострадавшими или если между участниками ДТП есть разногласия. Баир Цыдыпов, Алексей Ионов. Первая альтернатива.